Сонымен Аян мен Тұржан әртестерімізге рахмет дейміз. Біз студияға қайта оралдық. Құрметті көрермендер, біздің тікелей бағдарламамыздың соңғы бөлігіне де келіп жеттік. Қас спорт болғаннан кейін, спорт көрсетілімдер болғаннан кейін, әрине комментаторларсыз болмайды. Ендеше біздің қас спорттың көпшілік танитын, білетін комментаторларды ортаға шақырсақ, е? Дейдар. Да, конечно, коллеги, приглашаем вас в студию. Очень радостно с вами провести этот праздник, тем более, что многие наши телезрители вас хорошо знают и слышат всегда на наших трансляциях. Здравствуйте еще раз. Сарашир был сюда. Орыс тілінде, қазақ тілінде болып екке бөлініп отырайық, е? Да. Я. Ермұхамед, аяққа не болған? Аяқ, жақсы, аяқтан қалады деп, сол футбол ойнап жүріп, аяғым сындырып алдым. Бір ай болды. Бәрі жақсы ғой. Айтпақша болды, екеуміз ойнадық сол кезде. Иә, бірге ойнадық. Маған пас бермей, өзі сынып қалды. Құрметті көрермендер, бұл азаматтарды сізге таныстырудың өзі артық шығар. Сонда да айта кетейік, енді ел біледі, Ермұхамед Мәулен, Ербол Қайыров, Елдар Аманбаев және Дидар Қадыров біздің Қазспорт телеарнасынан күн ара эфирде футбол болсын, спорт болсын, бокс болсын, күрес болсын, барлық спорт түрлерін жүргізіп жүрген біздің комментаторларымыз, әріптестеріміз. Ну да, и в целом хочется спросить, как у вас вообще дела? Вот сейчас футбол возобновился практически везде. И, как мы знаем, сегодня также казахстанская премьер-лига у нас возобновляется. Поэтому как настроение, как в целом оценивать это необычное лето для большого спорта? Отлично. Ну, для нас-то понятно, работа возвращается в первую очередь, да, потому что не было эфиров, было очень грустно, а вот теперь есть возможность вернуться к просмотру футбола и, самое главное, наверное, к комментированию. Да? Как дела? Тамаша, вот это тамаша, себе бүгін е расменде Қазақстан премьер-лигасы біздің телекаспорт арнасына оралды. Сондықтан да құрметті көрермендер, көріңіздер, бүгін сағат осы тікелей эфир аяқталғаннан кейін енді бәріміз осы үлкен бір қуанышқа бір куә болып, бәріміз атсалысып Қазақстан премьер-лигасын көріп мәз болып қайтайық. Иә, Қазақстан премьер-лигасы туралы сәл кейінірек айтамыз. Бізден қазір Алматыда қосылым болады, ол жақта барлығы дайын тұр. Ермұхамед, карантин кезінде қандай матчтарды комментировать еткің келді? Енді ешқандай жарыстар болған жоқ. Бірақ интернеттен болсын, бұрынғы өтіп кеткен матчтарды дауысын өшіріп тастап жүргізген шығарсың. Енді мынау Қазспорт арнасы баяғы әлем чемпионаттарын көрсетіп жатты ғой. Соларды жүргіздім. Мына Тимур қосылуға дайын ғой. Иә, Тимур бізде дайын. Хотим поприветствовать тебя, Тимур. Поздравляем тебя с днем рождения канала. Расскажи, как обстоят дела сейчас в Алмате, как там перед матчем обстановка? И к нашему эфиру общему, можно сказать, присоединяется в моем лице Алматы, центральный стадион. И буквально через несколько минут возобновится, можно сказать, на ваших глазах чемпионат Казахстана. Председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат», президент Национального паралимпийского комитета Кайрат Буранбаев сегодня в нашем эфире. Кайрат Советович, большое спасибо, что согласились дать небольшое интервью. Ну, первый вопрос, наверное, который волнует очень много телезрителей, любителей футбола, это телевидение, футбол. Как они сочетаются сейчас и вот как вы видите, чтобы в идеальном мире она сочеталась в будущем? Спасибо за приглашение. Конечно, очень важно, чтобы футбол транслировался. И мы очень рады, что в последнее время ПФЛК совместно с Казспортом договорились о трансляции матчей чемпионата Казахстана. Потому что вот за время вот карантина мы увидели, смотрели все чемпионат Белоруссии. В принципе, наш чемпионат ничем не отличается. И мы очень рады, что Казспорт – это один из тех каналов, который на самом деле уделяет большое внимание не только футболу, но и всему казахстанскому спорту. Поэтому хороший симбиоз. Футбол без телевидения не может существовать, потому что даже сейчас, в это время, когда мы находимся на карантине, в таких сложных немножко стрессовых ситуациях, все у экранов телевизора, я надеюсь, что многие смотрят сегодняшний матч, и надеемся, что Казспорт будет также продолжать сотрудничать вместе с нами. Тоже не можем не спросить, ваша должность на позиции руководителя Национального паралимпийского комитета. Много достижений в последнее время. Это важно, чтобы показывали, рассказывали о наших ребятах, паралимпийцах. Какие планы вот именно в развитии паралимпийского спорта и как это тоже, опять же, можно связать с телевидением, как вы думаете? Вы знаете, я хотел бы выделить всех наших работников паралимпийского комитета. За последние 5 лет мы на самом деле очень много сделали. Это сделала вся большая команда,
которые работают по олимпийской комитете. Плюс, конечно, надо отдать должное самим паралимпийцам. Кто первый раз в жизни посещает паралимпийские соревнования, он не становится равнодушным. И я хочу сказать, что вот на примере вот принятия нового закона, это мы паралимпийцев и олимпийцев сравняли по своим результатам спортивным. Это говорит о том, что наше общество и государство, в первую очередь, неравнодушны к паралимпийскому виду спорта. Мы видим постоянную поддержку государства. И надо отдать должное нашим паралимпийцам, потому что они все достигают больших результатов. Мы достигли на самом деле больших результатов. У нас первые золотые медали на летних Олимпийских играх, на зимних Олимпийских играх. Много у нас медалей на азиатском континенте. Ну и, конечно, хочется пожелать, чтобы наши олимпийцы достойно выступили в следующем году на Олимпиаде в Токио, который был перенесен. Также я хотел бы Казспорт поблагодарить за то, что они создали передачу, первая передача про паралимпийцев. Осборгемос, там более 50 паралимпийцев приняли участие в этой передаче, и это именно транслировалось на Казспорте. Вот этот симбиоз, он, наверное, говорит тоже, опять же, о том, что телевидение и спорт, и паралимпийский где-то, они совместимы. Помянули вы Казспорт, вот тоже не можно не спросить, все-таки наш канал еще достаточно молодой, 7 лет нам сегодня исполнилось буквально. А с вашей точки зрения, куда нам идти, как развиваться, что сделать, чтобы зрителям было интереснее и приятнее смотреть нас? Ну, куда идти? Вы, чтобы стали совершеннолетними, двигались дальше. Хотелось бы пожелать успехов вашему каналу. Мы в хорошем контакте. Я помню те прямые передачи и на Олимпийских, и на Паралимпийских играх, и на Олимпийских играх. Мы всегда понимаем, что, наверное, может быть, не хватает какой-то креативности, но на это требуется времени. Поэтому хотелось, чтобы вы стали более совершеннолетними и шли именно в ту, в ногу со временем, наверное, да, потому что телевидение становится немножко другим, мы понимаем, что многие уходят в соцсети, но в любом случае телевидение — это очень важный фактор, и тем более спортивный канал. Может быть, надо выделить какие-то каналы, которые были, как вот мы смотрим в сравнении в других странах, где есть отдельные каналы по боевым искусствам, по боксу. Для нас, тем более, в Казахстане бокс – это очень один важный вид спорта. По каналу футбол, какая-то аналитика. А так абсолютно, абсолютно конкурируемый канал, спортивный канал. И нас очень радует. Вам только успехов. Спасибо вам большое. Будем Спасибо. Стараться, да, чтобы как можно было все и лучше, и интереснее. И для болельщиков, не только футбольных, Согласен. Но и для всех. Спасибо большое. Спасибо, что присоединились к нам сегодня в эфире. Спасибо. Это был Кайрат Боромбаев, председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» и глава Национального паралимпийского комитета Казахстана. Спасибо тебе, Тимур, за такие интересные новости. Ну что, коллеги, как оцените возобновление нашего чемпионата? Я думаю, все мы с большим удовольствием этого ждали. И вообще, как думаете, что будет происходить вот в ближайшие месяцы? Конечно, без эфиров 4 месяца очень сложно, да, теперь сегодня сразу с двух матчей придется стартовать. Я думаю, нужно потихоньку набирать форму и сразу же в 18 часов матч Тобол Каспий, затем уже Ордабасы Шахтер. Ну, просто тяжеловато будет. Я надеюсь, что коллеги помогут, мы друг другу будем помогать, поддерживать, потому что 4 месяца, еще раз отвечу, это как в футболе. Нет игровой практики, есть, появляются определенные проблемы, да, то есть здесь самое главное наличие именно практики комментаторской. Ермұрат, бүгін 5 матч болады. 5 матчтың 2-уін тікелей эфирде, және 3 матчты біз тағы да Қазспорт сайтынан тікелей эфирде көрсетеміз, және кейін қайталап көрсетеміз. Осы ойындардың ішінде қайсы ең қызықты болуы мүмкін? Енді жалпы осы 3-ші турдың орталық матчы ол Қызылордада өтеді деп ойлаймын, Қайсар мен Тараз арасында. Өте қызықты матч. Еуропа лигасында өнер көрсететін команда Қайсар. Өте мықты легенерлер алып күшейіп алған, жергілікті таланттары мықты Тараз командасы да осал емес, сондықтан да екі команданың арасында ойын өте қызықты, тартысты болады деп ойлаймын. Оның үстіне Қызылордалық Қайсар Ғани Мұратбаев атындағы стадионда әлі жеңіске жетіп көрген жоқ еді. Ұзақ уақыт бойы өткенде енді мынау наурызда бірден үлесемен жеңіске жетті, бірақ енді ол бір сондай бір керемет бір әсер бере қойған жоқ. Сондықтан да Қызылордалық жанкүйерлер, Қызылорда Қайсар командасының фанаттары осындай бір керемет бір әдемі голдарға толы ойынды сағынып қалды деп есептеймін. Да, Ермаш, я думаю, об этом вы подробно поговорите в постматчевой программе, которая сегодня также стартует на телеканале Казспорт. Не пропустите, сразу после прямых эфиров футбола. Будет очень интересная студия, всем рекомендую. Ендеше, Дидар, қазір уақыттығыз, біз бір-екі дайындаған тосын сыйларымыз бар еді біздің комментаторларға. Бұл жігіттердің білігін тексеріп көрейік. Ендеше,
режиссерлардан сұраймыз, бізге экранға видео берсеңіздер. Бұл Елдар Аманбаев жүргізсе. Жүргізбеймін? Иә. Керемет ойын бүгін енді экранда көріп отырсыз. Және мына сөздерді қосып отыру керек. Команда тірек болып жүрінің жанкүйері мысық және оған қарсы кішкентай ғана гол соға алмай жүрген кішкентай балапанымыз бар. Қараңыздар қандай балапанның тамаша шабуылы. Бұл жерде Triple G гол беріп, гол соғуға дайын тұрған балапанды ұстап алды. Бұл көкпарға ұқсап кетті ғой. Не деген бұл шайқас, балапан берілмей атыр. Және мысық оны тышқан деп елестеп жатқан секілді. Дегенмен де бұл өте шайқастың лайф тұрғыдан біз жүргізіп отырық. Себебі құрметті көрермендер, ешқашан сіз біздің телеарнада бұндай шайқасты көрмедіңіз. Бәрі келді, тамаша. Елдар, неплохо, здорово. Это доказывает, что наши комментаторы умеют много. И сейчас давай попробуем поиграть с Ерболом Каировым. Ербол, сейчас нам поставят следующее видео, готовься, и я буду показывать тебе слова, и ты должен будешь их произносить во время. Ну что ж, начинаем. А вот смотрим, как роботы принимают участие в этом поединке. Ербол. Вот можно сейчас просто затолкать мяч, но терминатор, который стоит в воротах, он просто бездействует, не защищает ворота, хотя нужно ему попытаться это сделать. Все-таки гол! Все-таки очень хорошая такая красивая ситуация, и мне кажется, просто вратарь смотрел в облака в данной ситуации, поэтому он не понимал, что вообще происходит. А что касается второго робота, то он манерой игры похож на Криштиану Роналду, такой же физически одаренный. Ну, конечно, утром он, я думаю, встал не с той ноги, поэтому сейчас пока игра у него еще не идет, тем не менее, игра продолжается. И неплохо. Тамаша, Ербол. Вот так включился сразу, но и келесе. Я думаю, самое интересное видео сейчас. Вот я қызықты. Ермаш. Мен жүргізем ба мұна? Иә. Енді бір жалпы асықпай сөйлейтін адамын, асықпай сөйлемді оңдар қарай жалғастыра берсем болады. Бұл нау ұлу негізі өзінің үсейін болтпын деп санап жүрген өте жылдам ұлу, сіздер байқап қарасаңыздар. Асықпаған арбамен шайтан алам деп жүрген ұлуы көрдіңіздер. Төбесіне біреулерден жинаған жылуын алып алған ғой деймін шамасы. Кезінде бұл ұлуымыз негізі жүзумен айналысқан. Жаңбыр жауып кетсе қазір жүзуді қатырады. Көріп отырсыздар. Енді мынау дәнді арқасына салып арқалап кетіп бара жатқанына қарағанда құмырсқалар сияқты бір еңбекқор болып тұр ғой бұлда. Өмір өзен деген әркімнің өзінің шаруасы бар. Ұлуды осылай жайбырақат, баяу шаруасын. Тамаша. Ну и Дидар, давай, коллега. Перейдем к твоему видео. Готовься, первое слово тебе заранее. Очень интересно, к чему вообще эти ребята стремятся. По-настоящему похожи на пиратов. И, собственно, сейчас пытаются выловить маленькую рыбку, что находится в аквариуме. И, разумеется, посередине у нас кот, справа еще один кот. В общем, 5 котят, которые сейчас стремятся к одной простой задаче. У нас статистика, друзья, время наступило для того, чтобы оценить. 3 рыбки, одна из них оранжевая, синяя, зеленая. Классический комментарий у нас получается. Чай, вот что они хотят сейчас, а уже не воды. Именно поэтому они так не стремятся уже окунать свои лапки. Но этот прекрасный котенок наблюдает за рыбкой, что проплывает перед ним. И, друзья, это будет победа, если все-таки кому-то удастся выловить рыбку. И очень близок к этой задаче. Вы вот так на победной ноте завершаем и конкурс. Ешкімне де кемемес, біздің жігіттер 1-2 ауыз ғана. Қысқаша қазспорт туған күнімен құттықтап, Ермұхамед, 2013 жылдағы бірінші айды сәл-пәл еске алсаң, қысқада нұсқа. Қазспорт арнасының шілдедегі ғой сол бірінші эфирлері. Таңертең сағат 10-да алғашқы эфир болды. Ермек Төренияз пен Индира Бектенова жүргізді. Содан кейін Жапонияда болып жатқан Азия ойындары соның ішіндегі волейбол жарысын ең бірінші болып жүргізіп бастадық. Сол кезде ең алғашқы эфир сол болу керек волейбол. Одан кейін барып кешке қарай футбол жалғасты. Армениядан сен қосылдың Ганзасардың ойынан. Ақтөбе Ганзасар өте керемет ойын болды. Бұл енді Қазспорт арнасының ең алғашқы эфирлер осында еді менің көз алдымда. Ермұхамед Мәулен 2013 жылдың бір шілдесінде 100 эфир жүргізіпті, байып кетті, миллионер болды деген ақпараттар естіп жүрміз соң. Оның енді кішкенесі жалған, оның жартысы жалған.
100 дегенді жалған, 96 эфир жүргізген, бірақ байып кетті деген ол рас. Ол рас. Я не ошибаюсь, он даже свадьбу потом сделал на эти гонорары. Дидар, Ербол, алғашқы эфирлерің есіңде ме Қазспортта? Бірінші жүргізген. Ну, у меня, честно говоря, был не самый интересный матч. Запись английской премьер-лиги. Я к этому матчу готовился, ну, наверное, дня 2-3. Обычно столько я не готовлюсь. Мне достаточно 2-3 часов, чтобы набрать полную информацию. Но именно к этому эфиру я, наверное, готовился, как к эфиру всей своей жизни. Ильдар, а мы с тобой вот в один момент кастинг проходили. У тебя какие-то воспоминания про это есть? Әрине, бұл Қазспорт қабыз кастинг арқылы келдік. Жыл сайын, жылына екі рет Қазспорт еленерсі кастинг өткізеді. Сондықтан да құрметті комментатор болам деп жүрген жастар, жастар емес, біздің отандастар кастингке келіп, біз секілді комментатор болып отыруымызға болады. Осы кастингтің арқасында біз келдік. Және еріме мен айтайын, ең бірінші мен эфирім Европа Лигасы. Арсенал Батэ ойыны болды. Өте қиын, өте мықты матч, өте жақсы ойын, бірақ Жігіттер, айтпаш, Қазақстан чемпионаты басталып көдеп, осы жерден тоқтата тұрмақ. Қаншама күтіп. Ал қазір, құрметті көрермендер, студиямызға танымал әнші, Қазақ спорты әнінің авторы әрі орындаушысы Асқар Жайлаубаевты ортаға шақырғымыз келіп тұр. Біздің қуанышқа сіздер де ортақтасыңыздар, студияда болыңыздар. Бүгін Қазспорт телеарнасынан, мысалы, біздің Халықаралық аренада ел абыройын асқақтатып жүрген спортшылардың барлығы атсалысып, сіздің әніңізді орындады. Рахмет, көрдім. Көңілден шыққан шығар. Өте шықты, керемет, ұнады маған. Керемет. Қазспорт анасын туған күнімен құттықтаймын. Жеңісті күндер көп болсын. Иә. Қазақстан алға. Құрметті көрермендер, біз осыдан өздеріңізбен қоштасамыз. Қазспорт арнасы қашанда қосылып болсын. Алда Қазақстан премьер-лигасының матчтарын тек біздің арнамыздан тамашалаңыздар. Ендеше Жеңіс құтты болсын, туған күн құтты болсын. Желбіреп байрап, соғамыз қолды.